Для насильников студентки в Индии обвинение потребовало смертного приговора. Ранее суд Нью-Дели признал виновными 4 индийцев в изнасиловании и убийстве 23-летней студентки медицинского факультета. Девушка скончалась в госпитале от полученных травм через 2 недели после произошедшего. Всего по делу проходили 6 человек. Один обвиняемый покончил с собой в тюрьме, другой, несовершеннолетний юноша, на прошлой неделе был приговорен к 3 годам исправительной колонии. Говорит житель индийской столицы. Насильников нужно приговаривать к смертной казни, потому что только тогда они поймут, насколько отвратительны и ужасны такого рода деяния. Жестокое преступление, произошедшее в декабре прошлого года, вызвало массовые протесты в стране. В ходе процесса у здания суда не прекращались манифестации с требованием приговорить виновных к смертной казни.